Доигрался. Путин выписал черную метку на лицо Лукашенко. Над президентом Беларуси Александром Лукашенко сгущаются тучи. Российское руководство отказалось договариваться по дальнейшей интеграции на условиях батьки, предупредили эксперты. По их словам, белорусскому лидеру в России не доверяют и уклоняются от общения с ним. Последние годы в Белоруссии поднимает голову прозападный национализм, констатируют авторы телеграм-канала «Бульба престолов». Из-за этого в российском руководстве все больше сомневаются в целесообразности финансирования режима Александра Лукашенко, отметили эксперты. По их словам, развитие национализма под крылом батьки привело к смене политики Москвы в отношении Минска, в том числе замораживанию и сокращению дотаций. Россия уже приняла стратегическое решение по Беларуси и договариваться на условиях Лукашенко не будет, отмечает телеграм-канал. Как известно, у Владимира Путина и Александра Лукашенко кардинально разные взгляды на подходы к интеграции двух стран в рамках союзного государства. Белорусский лидер настаивает на получении финансово-экономической поддержки со стороны России и лишь после этого готов делать конкретные политические шаги. Кремль требует противоположного. Ситуация, в которую Лукашенко себя загнал, крайне непростая. Вероятно, батька опасается, что политическая интеграция с Россией может угрожать его власти. Однако без массовых дотаций со стороны Москвы его режим рассыплется как карточный домик, уверены авторы «Бульбы престолов». Внимание на экран! О, здесь Коля, здесь... Это Коля, да. Это да, Коля, тоже... а здесь Беларусь. Спасибо, сердце. Да. Ну, молодцы, здорово сделали. Спасибо. В России Лукашенко не доверяют, с ним не хотят общаться, и все действия направлены на минимизацию его влияния на что-либо. Попытки замирения с его семьей. Так эксперты называют ближайшее окружение белорусского лидера. В 2015-2017 годах окончательно признаны ошибочными, полагают эксперты. Впрочем, у России достаточно рычагов влияния, чтобы привести упрямого батьку в чувство. Помимо прочего, это импортозамещение белорусской продукции на российских рынках, налаживание транзита ресурсов в обход соседней республики, перекрытие контрабандных схем поставки санкционной продукции и многое другое, пишет «Бульба престолов». Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. «Зажигали в зоне». Скандальный артист вспомнил о лихих временах с Токаревым. Буланова убита трагическим известием. Обнародованы подробности смерти Вилли Токарева. Киркоров взял детей на ночную вечеринку с полуголыми кроссовками. Представшая беспрекрасно Тодоренко откровенно высказалась о болезни. И многое другое.